Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится планшет Xiaomi Pad 6. И сейчас я вам покажу, как сбросить настройки камеры на этом планшете. Итак, открываем приложение «Камера». Нажимаем на стрелочку вверху экрана. И переходим в настройки. Далее опускаемся в самый низ и нажимаем «Сброс настроек». Окей. И настройки камеры успешно сброшены. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока.